Совершенно чудовищный случай человеческого равнодушия и жестокости произошел в Сочи. Медсестры в прямом смысле выбросили на улицу окровавленного инвалида. Все произошло на глазах у прохожих, которым в итоге и пришлось спасать беспомощного мужчину. После скандала санитарки оправдываются, говорят, пациент сам напросился, а руководство клиники обходит щекотливую тему стороной. Елена Хмура узнала все подробности. Эти шокирующие кадры во всех деталях сняли камеры видеонаблюдения. Две медсестры уверенно, по-деловому, вывозят пациента из городской больницы и направляются куда-то на задворке. Останавливаются в тупике у гаражей и через минуту уже с пустой инвалидной коляской уходят прочь, не оглянувшись. Беспомощному мужчине, которого они бросили лежать на асфальте, оказали помощь прохожие, свидетели этой дикой сцены. Они сразу вызвали скорую. Врачи неотложки явно потрясены, что их коллеги способны на такое. Он в больнице лежал, его из больницы? Его он в больнице лежал, на каталке две медсестры перевели, выкинули и оставили. Мы говорим, что вы делаете? Говорит, заберите себе его, он нам не нужен. Избавляясь от пациента, медсестры, похоже, думали, никто не заметит. Но как только видео попало в интернет, оно вызвало бурю возмущения. В больнице началась проверка. Хотя лица обеих дам были закрыты масками, их опознали другие работники больницы. В шоке вообще, если честно. Я сначала удивилась, думала, куда они его повезли. Думала, может, к родственникам или это их родственник. Может, они вывели его подышать. Теперь медсестры оправдываются. Якобы пациент был в состоянии наркотического опьянения и сам потребовал, чтобы его выписали из больницы. Хотя по этим кадрам видно, мужчина не мог не то что самостоятельно передвигаться, но даже говорить. К тому же он был в крови, ему явно требовалась медицинская помощь. Юристы уже дали свою оценку. То, что случилось, это не просто равнодушие и жестокость, а уголовное преступление. Был обездвижен, тем более зима на улице. То в этом случае даже при отказе врачи были обязаны оказать ему медицинскую помощь. В медучреждении за таких медсестер держаться не стали, они уже уволены. Руководство 4-й городской больницы случившееся не комментирует, но жители говорят, хамство по отношению к пациентам здесь в порядке вещей. Правда, до такого, чтобы выбросить пациента на улицу, еще никогда не доходило. То, что отношения у них свинячие, это свинячие. Ну, чтобы они вывозили, они даже бомжей то берут. Все детали, что именно произошло в тот день, когда пациента вышвырнули на улицу, еще предстоит выяснить. Отвечать придется и медсестрам, и руководству клиники. Не вызывает вопросов только то, как поступили очевидцы. Те, кто не остался равнодушным и сразу пришел на помощь. Елена Хмура, Мария Салмина. Известия. Специально для РЕН-ТВ.